Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси на канале Роли Гейм Онлайн. Сегодня в рубрике Геймплей Летсплей мы рассмотрим с вами игру под названием Farm Manager 2018. Игра вышла 6 апреля, то есть вот совсем-совсем недавно. Это жанр экономической стратегии песочницы. Мы, в принципе, с вами сейчас в нее немножко поиграем и посмотрим, что она вообще себя представляет. По начальным титрам игры было понятно, что она сделана на движке Unity. Вот, ну, посмотрим, что вообще нам представляет собой эта игра. Мне кажется, любители экономических стратегий и фермы дрочеров обязательно, думаю, должна понравиться. Значит, давайте я начну кампанию сначала. Немножко поиграем, посмотрим, что вообще как происходит. Ребятки, большое спасибо, что вы ставите лайки, то, что вы оставляете свои комментарии, то, что появляются новые люди на нашем канале. Это очень приятно, и это заставляет меня, ленивую жопу, делать новые видео. Ну, пока, может быть, не с большой периодичностью, но все же их делать. Обязательно с вами сыграем в Imperial Glory. Просто, вы понимаете, для этого нужно настроиться, так сказать, чтобы быть готовым ко всем проблемам, которые нас могут ждать. Итак, раздел первый. Трудное начало. Я, наверное, читать не буду. Вы почитайте сами. Я просто буду давать секунды 3. Кому интересно, может просто потом поставить на паузу и прочитать, что здесь будет писать нам этот седовласый мужичок с усами. Давайте сразу посмотрим цели. Нужно построить, как я понимаю, маленький склад. Накопитель для навоза. Правильно, говно нужно складывать куда-то обязательно. И починить дом хозяина. Так, продолжить. Вот наша небольшая ферма. Наш участок огражден белой полосой прерывистой. Привет, не знаю, помнишь ли ты меня. Нет, Адам, давай мы не будем с тобой общаться. Адам, скорее всего, предлагает нам пройти обучение, но я думаю, мы и так не пальцем делаем и разберемся как бы без ихнего обучения. Итак, значит, наши задачи. Маленький склад, накопитель для навоза и починить дом хозяина. Как я понимаю, хозяин. Вот у нас дом хозяина. Используем инструмент быстрых действий, молоток. Чинить 8000. Хорошо, 8000 нас совнесло с забором и пошла стройка. В принципе, как и во всех стратегиях экономических, можно ускорять время, то есть, к примеру, самое быстрое, чтобы быстрее починить наш дом хозяина. Так, починить дом хозяина готово, выполнено. Ну, это на самом деле изи-бризи. Давайте теперь рассмотрим панель менюшек, которая есть, и разберемся, где же нам найти маленький склад. Значит, первая панель менюшки — это у нас поле. Как я понимаю, нам надо выделять поле, на котором мы хотим потом в будущем засеивать. Дальше у нас дорога. Здание, декоративные элементы, работники, экономика, низкая температура. Окей. Дальше у нас, наверное, биржа машин. Она неактивна, наверное, с развитием компании можно будет их покупать. Рынок, склад, снос. Ну, в общем, стандартные элементы строительства, как по мне. Так, давайте, наверное, здание, декоративные элементы. Здесь у нас есть для животных, жилые дома, гаражи, перерабатывающие цеха, склады и остальное. В складах нам нужен накопитель для навоза. И вот наш маленький склад. Так, давайте его поставим. Ага. То есть обязательно вход, видите, должен совпадать с дорогой. Не хотел я, правда, валить дерево, конечно, но раз оно уже упало, то упало. Так. Выставили стройку, ожидание строительных материалов. То есть нам должны, мало того, что мы сюда всадили свои бабки, мы еще должны подождать, пока нам привезут строительные материалы. Давайте тогда дальше построим дом для какашек. То есть это накопитель для навоза. Пускай тут тоже рядом со складом собирают навоз. Так, ускорим. Едет машинка, она, наверное, перевезла какие-то, да, привезла товары для нашего склада, точнее, материалы. Давайте опять же ускорим процесс. Такая музычка.
Вот именно чувствовать себя сразу фермером. Так. Накопитель для навоза. Успех. Ну, то есть мы оказались умнее кочана капусты и смогли построить дом для говна, где мы будем складывать навоз, который, как я подозреваю, производят наши коровы или наши люди, которые у нас на ферме работают. Наверное, все-таки коровы. Хотя я представляю, какой здесь будет вакханалия, что, наверное, люди смогут его производить. Так, не будем тебя слушать. Опять же, ребятки, почитайте, кому интересно. О, теперь уже и цели стало побольше. Создай одно поле, запаши поле, прокультивируй поле, удобри почву, купи клубнику рассаду, посади рассаду, почини здание для постоянных работников. Ну, наверное, вот этот сарай. Здание для постоянных работников. Так, сейчас мы его починим, давайте. Мы это уже умеем делать. Так, все, теперь надо создать поле. Создать поле. Так. Ну, не знаю. Это, наверное, все наша земля. Что было ближе, что ли, вот тут. Вот, 0,01 гектар. Такое небольшое поле у нас будет. Так. Готово. Успех создать поле. Теперь нам нужно... Ага. Всплывающая менюшка. Значит, что мы можем сделать? Вспахать, культивировать, удобрить и посеять. Потом можно полить, опрыскать всякими, наверное, ядами, химикатами, собрать в тюки и сбор тюков. Понятно. Значит, у нас пахота на нуле, культивирование на нуле, влажность достаточно, плодородие так-сяк, и качество почвы ужасное. Давайте, значит, как нам там дядька учил. Сначала надо вспахать его, да? Так. Вручную на машинах. На машинах у нас недоступно, потому что она слишком маленькая. Нам вручную нужно выбрать наших работников. Лиана Кувер у нас есть и Черри Денис. У каждого работника, как я понимаю, есть свои какие-то особенности. Умение обслуживать машины влияет на замедление процесса износа. Обладание выдержкой влияет на максимальное время. Ага. Ну, в любом случае мы возьмем и ту, чтобы это было быстрее. Отправим их на работу. Мы должны вспахать наше поле. Давайте, наверное, ускорим процесс. Где тут наши девочки по вызову? Вот они, красавицы наши. Лопатками пошли работать. То есть у каждого работника есть свой ресурс работы, который он может проработать на поле или выполнять другое действие. Мы это видим с помощью зеленого индикатора здоровья, грубо говоря. То есть, насколько я, если я правильно понял, проходя обучение, когда этот индикатор заканчивается, то наши товарищи идут отдыхать в дом, пополняют этот запас и потом опять приходят, соответственно, продолжать свою работу, которую им задали до этого. Вот видите, наша блонда уже закончила работать и пошла отдыхать вместе с лопатой. Но это более выносливый, потому что у нее в параметрах она чуть более выносливая была. Она проработала там, на херню времени дольше, но все-таки дольше. В этот момент у нас есть еще усатый мужчина, который собирает говно и молоко. Соответственно, молоко он заносит на склад говно, он заносит на дом говна. То есть каждый занимается своей работой, в принципе. Если я правильно понял, мы можем нанимать дополнительных рабочих, мы можем нанимать их на сезон, мы можем нанимать их не на сезон, то есть на постоянку, строить им новые дома, в которых они будут жить. Ну, к примеру, там у каждого дома есть свой определенный лимит. Ну, это если я правильно в этом разобрался, но я думаю, тут система несложная. Ну и, соответственно, мы все больше и больше должны развивать свое хозяйство, чтобы быть богатыми, словно буратинки. Так, значит, мы теперь нужно прокультивировать. Опять же, мы выбираем наших подруг. Так. Пари с соседом. Докажи, что ты лучший фермер, и собери 8 подсолнечника до 18.05.2018. А где тебе подсолнечник, блядь? Посажу, если мне его, во-первых, нету. Я вообще иду по заданию, поэтому мы не будем отвлекаться на всяких соседов и так далее. Мы будем идти четко по графику. Четко по графику, как нас учили. Вот видите, блонда, она вообще не выносливая девчина. Вот я бы, наверное, никто ее поэтому не любит, потому что, видите, она филонит. То есть это еще целую зарядку вспахала
точнее прокультивировала, а та уже пошла отдыхать. Один только усатый дядька вон, видите. Плюс 4 говна нам добавил на склад. Вот только мужик один работает без отдыха. Это красава, это молодец. А на этих подруг нету никакой надежды. Давайте еще туда устроим кого-нибудь. Ох, а имена-то у них какие? Вы посмотрите. Октябрина Куликова, Снежана Авдеева, Евгения Маркова, Василий Гусев, Камиль Логинов, Каролина Исакова, Петр Быков, Анна Воробьева. Анна у нас специалист по собиранию меда. Малик Хохлов. Хохлов, да? Ну, давай, пусть у нас хохлы будут работать. Мария Соколова, Константин Дмитриев. В общем, какие-то они все несерьезные. Мне нужно такой... Вот Эдуард, видно, что он выносливый пацан. Вот на один он все-таки выносливый. Эдвард Михайлов. Выносливый дядька. Давайте его тоже наймем. Василий Гусев тоже выносливый. Таких я хочу, чтобы у нас были орлы, которые... Ну, выносливые, которые много на поле могут пахать. Зачем мне вот эти слабенькие? Так, удобрения. Выбираем удобрения. У нас есть навоз. Жидкого нету навоза. Искусственного тоже нет удобрения. Конечно же, навоз тогда. Давайте, значит, наши подруги пойдут сюда. Так, работай. Мы, в принципе, можем все-таки, может, попробовать посоревноваться по поводу подсолнухов. Давайте сделаем поле. Такое 0,15 гектар. Удобрим его с помощью хохла и Эдварда Михайлова. Вот. Что они там сидят, правильно? Влажность. А здесь можно собирать? Нет, нельзя собирать. Я думал, мы травку можем собрать. Из травки мы будем делать корм для наших коровушек. И коровушек нам будут давать какашку для удобрения полей. И, соответственно, молоко. Я опять повторюсь, если кто не обратил на это внимание. Так, удобри почву, готово. Ребята, вы не убегайте. Теперь нам нужно купить вроде клубнику. Да, клубнику, клубника, клубника, клубника. Куст. Вот, рассада клубники. Тебе необходимо 79 штук. Купить тогда 79 штук, конечно же. На автомата мы могли зайти на рынок и там его купить, но зачем? Теперь нам нужно ждать, пока эту клубнику нам привезут. На склад наш. Вот, походу, сейчас привезли. И теперь мы можем ее засадить. Выбрать рассаду клубники. Так, значит, будет работать Гусев у нас. И Лянь не помер. Все, пожалуйста, до прати. Посадим сейчас клубничку. Они вот пошли на склад за рассадой. И сейчас почешут, значит, несут в ящиках. 100% себе что-то скоммуниздили. Они, наверное, живут по принципу «на работе ты не гость». Захвати хотя бы гвоздь. Сейчас они 70 посадят, 9 себе домой заберут. В любом случае так. Нельзя никому верить. Ну, как я понял, все, мы посадили клубнику, нет? Или нет? Или они устали? Мы пахали. Наши пальчики устали. На, посадка клубники на поле готова. Следующее. Тебе нужно ехать и полить поле. Этот дед меня усатый раздражает. Так, надо один колодец и полить поле. Колодец. Наверное, в строительстве. В остальном. Ну да. Потому что это не относится ни к зданию, ни к чему это. Тут, я думаю, будет идеально. Теперь нужно полить. Выбираем полив. Значит, я хочу, чтобы у нас работал здесь Василий, который Гусев. И Эдвард. Нормальные пацаны. Пускай идут польют. Так, здесь давайте прокультивируем, где наш хохлов пойдет. И бестия наша. Блонда пойдет. Так, тут хлопцы поливают. Наверное, уже полили, что там поливать это очень быстро, в принципе. Мы успеваем вообще по этому, скажите мне, посоревноваться с нашим соседом. Трудное начало. Так, построить одохранилище для силоса и починить малый коровник. Вот это коровник, я подозреваю. Нифига себе, сколько денег стоит. Ну ладно, что ж делать.
Что же делать? Так, что там подсолнух? Собери 8 подсолнуха. Активно. До 18.05. Сейчас 23.04. За месяц. Да хрен он за месяц вырастет тут подсолнух. Учитывая, что они ни хера не хотят тут делать. Так, ладно, давайте построим. Для силоса. Это, наверное, в складе тоже, да? Нет, навоз. Переработка. Вот хранилище для силоса. Не знаю, запендюрим его здесь. Клубника растет. Через 41 день буду готова. Медленно, медленно. Вот. Ну хохлы, блин. Медленно работают. Коровки. А можно еще корову купить? Ой. Задание выполнилось. Хранилище для силоса. Успех! Потому что успех мое второе имя, в принципе. Так, произведи 2 штуки силоса, почини 1 сарай. Сарай. Так. Ага, то есть здесь надо конкретно работника, чтобы он работал. Как у нас вот пацан там усатый носит, так и здесь. Нет, я подожду тогда, когда хохлов освободится. И его, потому что я его вижу ленивый. Но вот сюда засунем. Не хочу просто ребят, которые выдержка у них хорошая, физически работать, чтобы они прохлаждались на этом. Так, Эдвард Василий. Да, вот его тогда сюда. Так, актуальное производство. Ну, конечно же, мы будем делать силос из травы. Я не знаю, что это за херня. Он что-то у меня не влезает сюда, в этот. Наверное, количество производимого силоса, ну давайте по 10 пусть производит, я не знаю. Что? Проценты? Ну 100%. Все. По идее все. Теперь единственное, что надо, наверное, собрать траву для того, чтобы потом из нее делать силос. Так, а кто ж? Подождите, я здесь еще. Надо говном удобрить. Так, вот ты пойдешь. И вот. И гусев пойдет. Так, тут что у нас? Влажность. Очень плохая влажность на клубничке. Давайте ее польем. Так, вот так вот. Все. Вроде распределили. Сейчас там, короче, говном засыпем, клубничку польем. Хохлов у нас работает на силосе. Значит, здесь мы починили. Пока вроде все нормально. Единственное, что я ни черта не успеваю собрать подсолнух. Кстати, а если я его куплю на рынке, интересно, я обману систему? Давайте попробуем. Рынок. Так, купить. Вот, солнечник. А, мне негде его хранить. Ёлки-палки. Ладно, не получилось. Наверное, наш склад не подходит для этого. Надо какую-то штуку-дрюку правильно купить. Вот я посадим туда подсолнух. Он не успеет, конечно, вырасти, но потом соберем семена. Сколько надо? 1 кг. Давайте. 1 кг закажем. О, видите, на большом поле можно больше людей задействовать для работы. Значит, я думаю, раз, два, три. Видите, нету. Купить машину хочу. Можно купить машину? Бывшие, даже смотрите, можно даже бэушные машины покупать или новые машины. То есть вот все как в жизни. Зачем тебе платить много, если можно купить бэушную, какой-то трактор, на котором ты будешь работать. Так, давайте подсолнухом. Тебе нет потерь складов для постройки следующих. Ой, слушай, окей, хорошо. Чтоб... А, видите, надо маленькую эту башню какую-то поставить. Давайте ее поставим. Где-то вот тут тогда. Что это тут такое? Маленькая силосная башня. Это куда мы сможем потом подсолнух закидывать свой. Так, давайте попробуем произвести силос все-таки. И, наверное, закончим наше видео на этом. Все, мы все посадили. Подсолнух через 100 дней будет. Мы не успеваем должного срока, поэтому в наказание я всех пошлю на большое поле арбайтинг делать. Всех своих 4 рабов.
Давайте, я хочу смотреть, как вы быстренько соберете всю траву, отнесете ее на склад. А потом этот негодяй, который должен здесь делать ветер. Ну, видите, все-таки я знал, правильно я все сделал, что я его сюда послал, так и знал, что ни хрена не будет работать. Поэтому подождем немножко. Может, он все-таки... Может, что-то не так поставил, а теперь бесконечно делать. Ну, просто пришел и пошел обратно. Хорошая работа, я тоже так хотел с удовольствием в реальной жизни работать. Пришел, ничего не сделал, тебе дали деньги и пошел. Наверняка еще, если здесь можно было приблизить максимально близко и посмотреть ему в лицо, он бы 100%, наверное, бы просто с таким умным видом приходит, типа он такой там важный, как кое-кто бумажный. Такой, наверное, пришел, так, что здесь надо поработать, где? Пришел, постоял и ушел. Да, наверное, в банкомат с карточкой первый бежит деньги получать. Вот смотрите, я даже сейчас остановлюсь, специально сделаю меньше этот, смотрите. Вот он идет с пустыми руками, то есть он даже ничего с собой не несет. Смотрите, он такой важный такой сейчас. Вот так. Я мистер Хохол пришел работать. Ага. Смотрите. Все, поработал. Просто пришел и ушел. Зачем нам такой работник нужен? Давайте его вообще выгоним. Хотя нет, я буду хорошим хозяином своей фермы, фермером хорошим, я не буду его выгонять. Мы подождем. Может, он траву ждет? И он совсем не виноват. Господи, сколько нужно людей, чтобы это поле обработать? Это ж кошмар какой-то. Лусев у нас спит. Эдвард спит. Он только опять наша блонда работает. Давайте, вы уже почти все поле скосили. Где можно посмотреть вообще? Что тут у нас? Коровье молоко. До 19.05 оно годное. Надо его продавать быстрее. Так, продать. Коровье молоко. Все продать. За 1360 481 литр молока. А, обалдеть. Хорошо, ладно. Силос, навоз. А говно поскольку продается? За 100 килограмм... За 136 килограмм отборного говна вы даете 2 доллара? Что это? Не знаю. Не, ну вообще, конечно, несправедливо. А кормят их нормально этим силосом. Давайте быстрее уже косите свою трин-траву. Ну, превышен его срок, но все равно, ребят, я уже ж не буду его вырезать от подсолнух. Пусть растет. Я просто... Интересно, когда мы уже будем что-то здесь делать? Чтоб все отдыхают? Трава колосится. Хотя они ее уже срубили почти. Теперь надо ее пособирать. Если я могу тут использовать тюкование или какого-то. А, выше. До работы встали. Просто им повезло, что как бы я не поляк, я не кричу, к примеру, там допраці, курва, допраці, там, скорше, скорше, скорше. Хотя было бы неплохо, если бы они быстрее, еще быстрее работали. Наверное, получается их там 3 шекеля в час. Нет, ну вот сейчас за эту ходку они, по идее, должны закончить уже с этим полем. Вон они пособирали эту хрень, теперь надо. Все на склад занести. Да, теперь они пошли собирать. То есть они скосили, подготовили, собрали. Теперь они собирают эти все. И будут нести, наверное, на склад. И, скорее всего, наш дружище вот этот сможет забрать и закинуть это. Нет, он просто опять пришел. Он меня достал. Он меня реально уже бесит. О, он пошел на склад. Что-то взял. Смотрите, он что-то взял. Наконец-то. И... Да... Наконец-то мы начали производить силос. Шикарно. Сейчас он, наверное, все туда забьет. И... Ну, собственно, все. Осталось только теперь ждать процесс. Мы даже уже произвели силос. Успех. Мы приступили к второму разделу. Приусадебное птицеводство.
Малый курятник, маленькая силосная башня. Силосная башня у нас уже есть, я ее случайно построил. Теперь нужно осталось построить курятник. Но курятник мы с вами строить не будем, потому что это уже не входит в рамки нашего видео. Спасибо, что вы посмотрели со мной эту скучную игру. Ну, опять же, фермерам, наверное, она понравится. С вами был Росси, это был канал Роли Гейм Онлайн. Спасибо, что вы с нами. Оставляйте свои комментарии. Смотрите наши видео. Ставьте пальцы вверх или пальцы вниз. И до скорых встреч. Всем пока.